Кадорское ущелье останется нетронутым. Сухумские власти намерены разбить в высокогорном районе парк. Сепаратисты не разрешают проводить здесь строительные работы. Абхазские ветераны тем временем требуют от Сухуми разрешить коммерческую деятельность в ущелье. Впрочем, как заявил де-факто премьер Сергей Шамба, хаотичной постройки здесь не появится. Единственный разрешенный проект – совместный с Россией. Через ущелье будет проложена автомобильная дорога, ведущая в Карачаево-Черкесию.